Теперь о кошках. Сколько мурлык ждут хозяев в ласке? Откуда у хвостатых берутся блохи и как их лечить? Как героиня нашего первого кошачьего выпуска оказалась в приюте? Программа «Ко мне» снова в приюте «Ласка». Теперь, помимо собак, мы будем рассказывать и о других обитателях приюта, которые очень хотят в добрые и любящие руки. О когтистых, пушистых и гладкошерстных любителях помурлыкать. О таких разных кошках. В «Ласке» ждут своих хозяев около 150 котов и кошек. В основном домашние и обыкновенные, но есть и несколько породистых. Героиней нашего первого выпуска о кошках стала совершенно обычная мурлыка, правда, с экзотической кличкой – Тулуза. Тулуза молодая, ей около года. Расскажите ее историю, как она оказалась в «Ласке». Ее подкинули вместе с ее сестрой. Ее сестра сейчас проживает в кота-кафе, вот, а Тулуза у нас здесь. Тулузу уже забирали в семью, но практически сразу вернули назад. Несостоявшимся хозяевам показалось, что кошка не прижилась. Она вела себя беспокойно, громко мяукала по ночам. А нужно было просто немного подождать. Кошечке требовалось время на адаптацию. То есть она сразу на руки не идет. То есть ее нужно взять, погладить, приручить к себе, показать, что ничего страшного не случится и не будет. Кстати, причиной беспокойства и скрытного поведения кошки могут быть маленькие и неприятные кровососущие – блохи. Именно у котов они появляются чаще всего. Блохи есть во всех домах, где живут питомцы, их можно долго не замечать. Человека они кусают очень редко. А вот котикам эти насекомые причиняют массу неудобств. Это не только постоянный зуд от укусов, но и ряд опасных заболеваний. Приходят, а там у нашей кошечки на губах какие-то пятнышки или по телу какие-то пупырышки, или ой, она облысела, и начинают проверять какие-то гормоны жуткие. А причина чаще всего самая простая – это блохи. Самое частое обращение, то есть то, что между собой врачи называют кормильцем дерматолога, это аллергический блошиный дерматит. Чтобы сделать профилактику от блох или вывести уже существующих, чаще делайте уборку. В холода выносите на улицу постельные принадлежности, на морозе блохи погибают. Обрабатывайте помещение спецрастворами, но предварительно убедитесь, что у питомцев нет на них аллергии. Что касается самих кошек, подбирать профилактику, как, впрочем, и лечение, нужно индивидуально у ветврача. Кстати, всем известные противоблошиные ошейники неэффективны. Их использование не рекомендуется, говорит ветеринарный дерматолог Екатерина Кустова. Как и специальные шампуни, в них нет лекарственных препаратов. Кошка с себя вылизывает практически 90% блох. А если кошка не одна, а их две, то они до 98% сами уничтожают. Капли на холку, оригинальные препараты, содержащие определенные действующие вещества. Перметрины кошкам нельзя. Регулярная обработка раз в 2, в 3, в 4 недели. Это тоже подбирается конкретной кошке, в каких она условиях живет. И уничтожение блох в окружающей среде. У Тулузы, несмотря на пушистую шерстку, блох нет. Ее регулярно обрабатывают. Она здорова, но, как и любой питомец, требует к себе внимания и ухода. Ну и, конечно же, самого главного – терпения, нежности и любви. Она не конфликтная абсолютно, в принципе, она отлично ладит тут со всеми другими обитателями котокомнаты, поэтому, ну, вполне может ужиться с кем-то другим. Возможно, и так даже будет легче адаптироваться в новом доме. Тулузу можно взять в семью, где уже есть другие питомцы, но к этому готовы далеко не все кошки. Определиться с выбором и подобрать идеального пушистого товарища помогут волонтеры приюта. От вас нужно только желание и готовность к новому четвероногому другу. Смотрите в следующем выпуске, что такое аджилити, как выбрать собаку для активного образа жизни и почему Грету вернули в стены приюта. Лежи, лежи, кот, на...